Сентябрь, конец. Ревизия колодца, подземных коммуникаций, консервация, подготовка к зимнему периоду. Вскрыл щебень, лист жести. Дальше. Из нержавейки люк сделан полностью. Здесь крепление. Открываем. С весны все прекрасно сохранилось. Здесь будет стравливаться воздух и вода, остатки. Соответственно, будет заглушка накручена. Это на перспективу. Две трубы. Ну, вода еще держится, уровень.